В Бельцах приступили к аварийному ремонту дорог. Эти работы предшествуют летней кампании по обновлению асфальтового полотна. Плановый ямочный ремонт выполняет муниципальное предприятие ДРСУ. Ямы латают две дорожные бригады. В ближайшее время починка выбоин начинается на улице Дичибала. На Ивано-Франко, Болгарской и Александру Челбун ямы уже залатали. Скажите, где сегодня осуществляется ямочный ремонт? Мы заканчиваем Ивано-Франко. Количество людей работающих. Сколько? Две бригады. Это сколько людей? 8 человек. На ямочной работе, остальное на асфальте. То есть резко старого ямы это 8 человек. Два фрезерных станка работают и нужно изменить на укладку. Сейчас выходит на Чебал. Чебал широкая. То есть одним звено будет просто. То, что говорили вчера. Берем сегмент по Соломонке до Александра Челбун. По двум полосам размена на встречу. Закрыли участок и после этого колесо с ним размечаем. И так спускаем на все дальше. Когда выйдем на, не на этой движении, на следующий выйдем на узкие дороги, тогда можно будет разделить. Выбоины на дорогах доставили немало хлопот водителям. Они становятся причиной поломки автомобилей, да и просто продолжают разрушать дорожное полотно. Местные власти ранее сообщали, что к полноценному ремонту дорог, сплошному асфальтированию, приступят, как только позволят погодные условия. На данный момент ремонтные работы идут на участке дороги Штефана-Челмари от стадиона до автовокзала. Капитальной реконструкцией полотна занимается частная фирма. К концу мая планируется сдать этот участок в эксплуатацию.